115 многоквартирных домов отремонтируют в этом году в городском округе Люберцы. В список вошли многоэтажки, по которым поступали обращения от жителей в социальные сети и на портал Добродел. Один из таких проблемных объектов – дом номер 19 по улице Попова. Там уже полным ходом идет капитальный ремонт. Эта зима была такая достаточно холодная, и очень сильно чувствовалось, что прям сквозь стены веяло холодом. С тех пор, как за окном появилась строительная техника, ситуация улучшилась. Работа еще не окончена, но жители уже почувствовали разницу. Панельный дом 86-го года постройки утепляют в два слоя. Вентилируемый фасад обложат керамической плиткой. Начали поступать обращения от жителей дома на промерзание стен, на некомфортное проживание. Была проделана большая работа по обследованию, телеинспекции, место промерзания, составлена необходимая документация. Ремонт в этом доме проходит не впервые. В 2018 году здесь обновили подъезды, а в 2019 заменили кровлю. Для наведения окончательного лоска остается завершить работу с фасадом и благоустроить придомовую территорию. С первой задачей справиться уже к концу апреля. Люди, которые в этом доме проживают, получат некий комфорт. И то, что в зимний период не будет промерзания, это уже точно, потому что у нас есть опыт таких работ, есть понимание, как это делается. Региональная программа капитального ремонта проходит в Люберцах с 2014 года. За это время в городском округе отремонтировано 586 МКД. В этом году список пополнится еще 115 домами. Луиза Егязарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.